Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. У меня также есть, помимо реакции на кей-поп, еще Boosty, boosty.to/Судаков. Заходите, поддерживайте. Вот, на этом замечательном сайте меня поддерживают некоторые люди, их порядка 20 человек, спасибо им большое. Один из них — Секиртуру, который еще в чатике с нами тусит, болтает, и иногда мне заказывает песенку. Все остальные почти мои подписчики на Boosty. Он мне заказал песню «Шампу» от группы After School. Забавно, что я недавно совсем реагировал на First Love группы After School. А «Шампу» я знаю гораздо хуже. Я услышал буквально один раз, может быть, два. И поэтому даже не уверен, что стоит считать ретро-реакцией. Потому что ретро-реакцией, под ретро-реакцией я подразумеваю песню, которую тысячу раз слышал, уже знаю наизусть. Здесь я практически как первый раз буду на это дело реагировать. Вот, песня уникальна тем, что это песня с единственного, фактически, настоящего студийного альбома группы After School, который называется Virgin. Это многое говорит о компании Pledis, которой этой группой распоряжалась. Вот, и поскольку там была вот эта вот странная система выпусков-невыпусков, которая больше характерна для японок, на самом деле, чем для Кореи, это правильно заметили в комментариях к предыдущей реакции, я это и так знаю, просто вот стоило это упомянуть, на самом деле, прямо сейчас. Единственная песня, в которой принимают участие 9 девушек, потому что как раз к этому моменту добавилась и Йон, девушка, Ли Йон или И Йон, там по-разному пишется и говорится. Вот, и, собственно говоря, после этой песни как раз выпустилась Бека, потом вообще выпустилась Бахи, Кахи точнее, а затем присоединилась Гаин, то есть после этого было еще иногда время, когда было 8 девушек, но чтобы 9, такого уже не было, ни до, соответственно, ни после. Ладно, перед началом реакции, разумеется, поблагодарю еще раз Секиртуру за заказ. И 3, 2, 1, поехали! Так, вот у нас есть новенькая девочка. Какая-то, которая приходит в зал, где 8 участниц. Она 9-я. Возможно, это Ли Йон. И Йон. Какие замечательные синты. Привет из 90-х. Такое реально использовалось в Яроденсе, в техно и много где еще. Если очевидно, песня будет не такая, но вдруг. Привет, Кахи. Там уже Лиззи была. Пока не видел Рейны. А вот, по-моему, она, конечно, сильно поменялась, но это Рейна же. Просто не похожа. Да, по лицу и по росту похожа. О, с Наной начали. Как мило. Немного странно. Да, это Рейна, точно. Милый вокал. Такой девичий-девичий. То есть она здесь как бы новенькая. Почему не Ли Йон? Не то чтобы я сильно против. Она вот танцует здесь и представляет, как она танцует где-то в другом месте, видимо. Длинный-длинный проигрыш. Очевидно, его не ставят в песню. Но в этом нет никакого смысла особого. И что за мужик? Мужик, ты случайно не директор Pledis? Потому что у меня к тебе есть пара вопросов, мужик, если ты директор Pledis. Серьезных вопросов. Он ее так придерживает, как необычный директор, а как... О, пауза. Полезная. Он ее прям посматривает. И зачем-то держится за голову.
Да, длинный проигрыш закончился, который действительно только для клипа явно сделан. Она, видимо, все проспала. Она так подмигивает еще. Там тот же мужик или другой? Как-то не сразу понял, честно говоря. Она... Теперь этот директор с ней ходит за ручку и отпускает. Он похож на этого товарища, который на песке из Мемасика старого. Он ее так одобряет. Интересно, для чего он ее одобряет? Блин, как надо выглядеть офигенно. Слов нет просто. И просто идет все. Любая одежда. Любая. В общем, Рейну девчонки приняли как свою. Утешили, поняшили. И вот она готова к новым свершениям. Мужик ушел в закат. Или к свету. И вот фотографии уже 9, замечательно. Очевидно, это переход к следующему клипу. Это, видимо, такой приквел, скажем так. Я не очень понял, что за мужик. Возможно, просто директор. Может быть, хореограф, собственно говоря. Тренер по хореографии. Но, тем не менее, песня милая. Вполне себе такая расслабляющая, такая светлая какая-то. Она, конечно, в оригинале, скорее всего, сильно короче. Только для клипа ее сделали длиннючей. Она тут длится, по-моему, минут 5, если ничего не путаю. Потому что много... Да хуй говоришь, 6 минут. Какое 5? 6 минут. Давайте еще раз послушаем. Было бы хорошо, если бы, конечно, была еще танцевальная версия. Но, может, в клипе что-то будет понятно. Я не всем понял, зачем... Сейчас, чтобы я не был такой темный. Я не всем понял, зачем, если у вас есть новая участница, прям всем новая, зачем... показывать, делать главной героиней новой девочки, новой девочкой Рейну, которая, ну, не новая участница. Это странное решение. Было бы прикольно, если бы они ее представили. Вот, смотрите, новая девчонка. Вот мы ее показываем активно. Показываем, кто она, что она. Я ее просто не очень хорошо знаю в лицо, помню, поэтому, мне кажется, ее здесь было, ну, обычное количество, скажем так, времени. Ну да ладно. Насколько я помню, Гаин тоже особо не показывали. Гаин появилась, по-моему, в эпоху флешбека. Ее такие, ну вот, вот там в углу где-то иногда изредка появляется Гаин. Новая девка, знакомьтесь, узнавайте ее про нее где-нибудь в другом месте. Пледис, они такие, они очень странные ребята. Нифига, Рейна топает. Где-то здесь Ион. Вот ощущение, как будто сейчас пойдет настоящий Евроденс. Он чуть более веселый, чем Евроденс часто бывает. Хотя, с другой стороны, Евроденс, большей частью песни с евроденсовские, они очень часто пели о любви, о мире во всем мире, о спасении Земли, пардон, о том, что нужно предохраняться во время секса и т.д. и т.п. То есть даже группа
меня куда-то не туда унесло. Как-нибудь я сделаю спецвыпуск, не знаю, про Евроденс когда-нибудь через тысячу лет. В общем, начало меня настраивает, откидывает назад 90-е. Яростно причем. Пианино в 90-е тоже было популярно, особенно в жанре Dream House или Dream Dance, как его еще называли. Роберт Майлз и так далее, сами понимаете. Вот эти элементы взяты прямо оттуда. Здесь у нас еще скрипка вступила, ну или какой-то другой струнный инструмент. А там гитара играет. Почему бы не начать с самой большой красотки в группе? Все с такой радостью смотрят на новую девочку. Она с таким восторгом не смотрит. Да, у песни очень позитивное настроение. Да, вот он на нее так посматривает, девчонки, по-моему, шептаться начинают здесь, типа, пссс. Он что, на нее глаз положил? В коллектив она вписалась. Вот, он увидел, видимо, как она усердно тренируется, одна, в зале. Еще и лодыжку себе подвернула или просто ударилась. И идет ей помогать. За банком приходится наклоняться очень сильно, потому что Рейна очень невысокого роста. Опа. Интересно, что это значит вообще? Он контролирует ее разум? Или что? Не понимаю. Ну вот, начали встречаться, судя по всему. Или почти. Да, начали. Нет, я знаю случаи, когда парень с девушкой гуляют, держась за руки, и они не встречаются. Такое было несколько раз. Я это видел. Но это вряд ли тот случай. Да, другой мужик абсолютно. Тот куда-то делся. Судя по ее реакции, она вообще с ним давно не виделась, скорее всего. О, видите, расстроенная какая. Ну, возможно, действительно, этот директор на него запал, они начали встречаться, и он решил, что некорректно с ней работать, и просто ушел. В принципе, почему бы нет? Хотя, раз она так расстроена, скорее всего, она про это не в курсе. Он решил вообще свалить. Нехорошо. Бросать Рейну нехорошо. Блин, обожаю эти синты на фоне. Пам-пам-пам-пам-пам. Товарищ-то прям мечется, за голову хватается.
Ну вот, девчонки из группы ей помогают. Помогают тренироваться, утешают, очевидно. Говорят, все хорошо, со всякое бывает. И... интересно, то есть одна из девочек посмотрела на него. Ну, судя по взгляду девушки этой, все нормально сделала. Не знаю, что, но нормально. Да, готовится к следующему клипу. Прихорашиваются сами, прихорашивают Рейну. Красные сапожки. Очень мило. Не моя любимая песня «Автоскол», но такая милая. И такая она светлая, такая она романтичная практически. И так далее и тому подобное. Интересно, что означает название «Шампунь». Что-то как не догадался посмотреть, в принципе, сразу же. Давайте посмотрим. «Автоскол». «Автоскол». «Шампунь». Перевод. Может быть, даже есть русский перевод. Он периодически случается. Что у нас там в тексте... Я хочу быть шампунем, стекающим вниз по твоим волосам. Я хочу окутать тебя своим крепким ароматом. Если любишь другой аромат, сотри его немедленно. Я навсегда одурманю тебя ароматом, которого больше нет нигде на земле. Если ты по какой-то причине огорчишь меня, я оставлю твои глаза щипать. Но если ты по какой-то причине сделаешь меня счастливой, я окутаю тебя всего объятиями. Покрою твое тело белой пеной, так что даже зеркало тебя не увидит. Я скрою тебя так, что никто не сможет найти тебя. Ты никогда не избавишься от моего аромата. Когда я впервые увидела тебя, я ненавидела тот другой запах, что пришел с тобой. Забудь обо всем, что было до меня. Я хочу, чтобы ты, чтобы на тебе был только мой запах. Ну и так далее и тому подобное. В общем, песня «Сюрприз» про любовь. Девушка хочет быть шампунем. Интересная аналогия, но почему бы и нет, в принципе, да. Запах шампуня с людьми обычно весь день. Вот они голову помыли шампунем, и если при этом еще не надушиться какими-то другими духами, или там туалетной водой, то основной запах, который витает, это запах шампунь. В принципе, в этом, пожалуй, есть какой-то смысл. Ладно, товарищи, спасибо большое за просмотр. Еще раз Секиру Торому за заказ. И благодарю всех, также людей, которые меня поддерживают на Boosty. Напишите свои комментарии про этот клип особенно. Мне интересно. Всем пока.